Наша страна продолжает прилагать усилия к укреплению экономического потенциала Черноморского региона. В связи с известным подрывом северных потоков, обстоятельства которого, судя по всему, никто в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановились северные маршруты транспортировки российского газа. И в этих условиях мы обеспечиваем поставки голубого топлива по черноморским газопроводам всем желающим покупателям.